происходит в Украине, должна действующих сегодня как бы. В Афганистане есть проблемы, они безусловны, они всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения. В качестве сотрудничества с нашей организацией. Терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма. Thank you.